Всем привет, вы на канале Такой КТВ. И сегодня снимаю продолжение о том, как мы праздновали Хэллоуин. И что, поехали? Так, так, так. Опа. Ой, боже мой. Да, Грангель, спасибо. Раз уж ты тыкву не можешь поднять, как мы будем все это украшать? Попытаемся. Вроде как все готово. Так, проверка. Здесь все есть, здесь все есть, здесь есть, и тут все есть. Все готово. Ой, спасибо, что помогла. А я полетел искать костюм. Да, идем в дневной фуре. Вау. О, боже мой, как вы тут все нарядили, мальчики. Да, все, вы сделали. Да, молодец. Прикольно. Так, я тогда сейчас думаю, Астрид. Да, что? Заноси еду. Угу. Хорошо, сейчас занесу, положу. И я думаю, мы пойдем тогда посмотрим, где другие драконы. Да. Ого, сколько всего они нанесли. Ну вот, у нас полноценная вечеринка. И подождите. О, Кривокло... Чё-то не так? Чё? Ты, конечно, извини, но что это за костюм? Ты сама сказала любой костюм. Да, но что это? Я уже поняла, что это самодельный. А это Дед Мороз, что не похоже? Похоже? Конечно же похоже. Да. Ну вот, видите? А говорите, у меня все плохие костюмы. Вот самый лучший костюм. Да. Так, беззубик. Чего? Ты, конечно, прости меня, но что это такое? Это что у тебя? Что это? А что, не похож? Нет. На кого? Кто так ходит? Подумай, на кого я похож? Я даже не... Я, честно, не хочу говорить, на кого ты похож. Скажи, что это такое? Скажи сейчас же. Что это за... Непонятное что. Смотри. Король лев. Хорошо, да. Вот от моего костюма сейчас все обалдеете. Минуточку. Чё, у меня не так-то? Грива есть. Так, все. Что? Это все, что ты нашла? Нет, это мой полноценный костюм. И костюм кого? Ангелочка. Ангелочка? Что это такое? Ангелочка, сомневаюсь, что есть такие штуки. Ну, это типа нимф вот этот, который там наверху. Понятно. Ну, а зачем мне покупать костюм ангелочка, если я сама вся белая и пушистая? Ну, не пушистая, но белая. Значит, я тоже мог сделать костюм демона, просто ничего не надев. Да. Зачем я бегал, искал тогда вот эту гриву? Ну, хорошо. Давайте лучше уже праздновать. Кстати, ребята, давайте подходим все сюда. Да. Поближе. Давайте подходим, не стесняемся. Ребята, вы же помните, что я попросила принести вам подарки? То есть каждый должен подарить подарок, кому хочет.
Это я не помню. Хорошо, 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 ладно. Я тогда начну первое. Безумик, я тебе хочу кое-что подарить. Да? Да, я надеюсь, ты мне тоже что-то хочешь подарить. Конечно. С Хэллоуином. Перевернись. Так. Опа, подарок. Опа, опа. Ну как тебе? О, брелок со мной. Ну а что, мне в принципе нравится. Можно будет так вот украсить нашу комнату. Мне нравится. Хороший подарок. А что ты мне подаришь? Блин, все друг другу дарят подарки, у меня ничего нет. Так, у меня есть... у меня есть идея. Ну, что ты мне подаришь? Мне интересно, что ты мне подаришь? Я, кстати, подготовился. Может быть, тебе показалось, что я не подготовился, но я подготовился. Что ты мне подаришь? Не знаю, тебе понравится это или нет, но... Сова. Какая игрушечка, маленькая сова. Блин, как она прикольная. Спасибо, Безумик. Обожаю тебя. Ой, я что-то уронила. Фух, подняла. Блин, прикольно, какая милая сова. Спасибо большое, Безумик. Ой, ты самый лучший. Да, ты тоже самая лучшая. Тогда я пока подарки в сторонку, в стороночку, аккуратненько, вот так. Да-да. Мать, ай, как я тебя люблю. Ай, как всегда в итоге получается, что я остаюсь одна. Кто тут остается одна? Скрил! Обожаю тебя, привет! А ты тоже пришел? Да, меня Безумик позвал, просто я чуть-чуть опоздал. Ура, ты пришел, как я рада. Ну, то есть, да, прикольно, да, да, прикольно. Кстати, там надо было принести подарок кому-нибудь, и я думала, может, мне принести подарок тебе. Ой, как это мило с твоей стороны. Вот, я тебе принес шоколадку. Со мной, блин, как я люблю такие подарки. Спасибо большое, спасибо. Ну, у меня тоже есть подарок. Я его захватила, просто не знала, кому я буду удалить. Но теперь я знаю, кому. Та-дам! А, слаймик? Да, слаймик, так я вот открою его. Мой. Сама сделала. Вот такой вот слаймик. Для тебя. Ну, как для тебя, ну... Я не знала, кому его будут дарить, поэтому я его сделала просто кому-то. Прикольно, я люблю слаймики. Да. Так, давай-ка тоже подарки отложим. Так, в сторонку, стороночку, стороночку. Безумик, мы там к вам положим их. Да-да-да-да, конечно. Так, я тоже. Я тоже. Помиленькись! Что? Что, что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не хотел, я не хотел. Ой-ой, а нет! И я пролетел. Все. Ты все испортил. Да, и меня вообще чуть не пришибло этим пакетом. Это в порядке, Грэмгильда? Что? Что да... Кривоклык, дай пройти, кривоклык, дай пройти. Что? Что? Мини-лента? Что? Погодите-ка, погодите-ка, ура! Мы будем открывать мини-ленты. Ты что, каждому купил по пакетику? Да-да-да-да. Поэтому давайте будем распаковывать и смотреть, кому что попалось. Выбирайте пакетик. Ну, я, наверное, возьму ближайший ко мне. Я тогда вот этот вот себе возьму. О, я боюсь, что я упаду сейчас. Вот так. Так, я тогда вот этот все возьму. Я этот. А, мне вот этот остается, вот он. Все, мое. Давайте я буду первая. Давай. Так, посмотрим, что попалось. Громкий. Так. О, миленький, смотрите, я попалась. Так, все, я хочу, вот. Вот тут. Ей попались памперсы, премиум кер. Простите за мой такой английский.
Прикольно. У меня такого нет. Это подгузнички. Прикольные подгузнички. Грангильда, намек. Так, давайте дальше. Значит, мою пакетик. Кстати, ребята, у меня есть бумажечка, чтобы отмечать. Есть. Я ее специально подготовила. Вот. У меня тут уже отмечено, что есть. Вот. Так, драконы, немножко в стороночку двигаемся. Двигаемся. Так. Значит, вот что у меня, ну, уже вот есть. Просто посмотрите. Да. Так, я вот так вот положу. Так. Что ж, давайте дальше посмотрим, что у нас у Димы Фури. Так, вот это не совсем удобно. Так, и что это такое? Йогурт, блин! Вот у меня в той серии... Ой, извините, ребят. У меня, ну, да, можно сказать, в той вот, ну, вот акции, вот, в мини-ленте 2, мне как раз не попался йогурт, у меня вот из него коллекция не собралась. А в этот раз мне попался йогурт, блин, как он прикольный. Активия, блин, он такой прикольный. Вот он, Активия. Он со вкусом, дайте, короче, почитаю. Он с вишней, просто не очень, так скажем, хорошо видно, но вот он с вишней, вот, поверьте. Придется вам поверить мне на слово, но видите, там слишком написано. Не на фуле, худеть надо, худеть. Все, кушаем Активе, худеем. Так, давайте дальше. Это должен был быть пакетик Лёклыка, но я его чуть-чуть сдвинула. Так. Так, вот тут что-то есть. Открываем. Так, не с той стороны, ну понятно. Это я. Макарошки. К сожалению, макарошки у меня были. Ничего страшного. Еда, запас еды никогда не бывает лишним. Макарошки. Вот, это хорошо. Вот эти вот макфы у меня есть. Вот, смотрите, вот. Макароны. Кстати, давайте сразу же отметим йогурт. И, о, рядышком подгузники. Блин, прям вот четко, смотрите. Совпадение, не думаю. Давайте дальше у безумика посмотрим, что попалось нашему королю. Так, ребята, что-то у меня подозрение, что это чай. Вот реально, вот, если чай, я уже, не знаю, у меня чай этот уже есть. Или нет, не помню. Нет, это не чай. А что это такое? А, бальзам после бритья, я знаю, что это такое, да. У меня его нет, прикольно. Ну, вот, знаете, прям безубика четко такой вот подарок, вот, на, бальзам после бритья. Жалко, что не пена, ладно. Так, вот он, бальзам после бритья. Вот он, готово. Так, последний пакетик. Нет. Ребята, у меня... Я даже не могу представить, что это такое. Ну, какое-то по ощущению, как баночка какая-то. У меня есть вот такая баночка. Ну, тут не так много баночек. А, вот есть сыр. Может, мне хоть не сыр попался. Боже мой. Ребята, поставьте лайк, поставьте на паузу, поставьте лайк. И как вы думаете, мне попадет сыр или нет? Или... Но это не сыр, это плавленый сыр. Вот. Извините, вот плавленый сыр. Хоть бы плавленый сыр, хоть бы плавленый сыр. Что это? Да, боже, посмотрите, какой он сладенький, такой миленький. Посмотрите, плавленый сыр. Ой, с ветчиной тикусенький. Кушать захотелось. Блин, ребят, посмотрите, какой прикольный. Яшечка. Прикольно. Так, давайте его отметим. Так, получается, сегодня мне попалась только одна повторка. Прикольно. Вот сколько у меня уже собралось, ребята, посмотрите. Прикольно. Как говорится, Хэллоуин удался. Ребята, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Напишите комментарий. Не забудьте нажать колокольчик, конечно же, чтобы узнать, когда будет следующее видео.
И напишите в комментариях, какой из вот этих вот продуктов, которые мне сегодня попались, вам больше всего понравился. Вот просто напишите комментарий, какой вам больше всего понравился. Лично мое мнение, не знаю, почему мне понравился вот этот вот. Свечной. И всем пока, ребята. Пока. Пока. Счастливого Хэллоуина. У-у-у.